В этот красивый и снежный период у специалистов коммунальных служб жаркий сезон. Они оперативно включились в работу по очистке заснеженного города. В помощь им специальная техника. И пока специалисты профильных служб усиленно работают на территории всего города, инициативная молодежь помогает устранять проблемы локально. Волонтеры средней школы номер 5 с удовольствием приходят на помощь к пожилым людям. Сейчас обладателям золотых лет она необходима как никогда. Снег заметает дороги возле дома, а сил справиться со стихией уже не хватает. Ребята работают с энтузиазмом, с большой радостью. Они идут, вооружившись, только лопатами, вот как вы видите, и хорошим настроением. Цель данной акции – помочь тем, кто в этом нуждается. А ребята также получают массу положительных эмоций от того, что они помогают, делают хорошие дела, в данном случае расчищают снег. Акция будет проходить столько, и ребята будут работать столько, сколько будет в этом необходимость. Пока ребята активно работали лопатами и старательно очищали каждый участок, на улицу к волонтерам вышла пенсионерка Вера Васильевна. В свои 77 лет женщина достаточно активна, но содержать двор в чистоте и порядке с такими погодными условиями стало непросто. А потому женщина с благодарностью принимает оказываемую ей помощь. Молодцы. Конечно. Уже хватит, я им же говорю, там возле колодца не надо, может... Они все равно подбирают. Список добрых дел брестской молодежи растет буквально не по дням, а по часам. Из-за настоящей зимы, которую так долго ждали, адресов для оказания помощи жителям достаточно много. А потому участники республиканского челленджа «Уберем снег вместе», вооружившись лопатами и метлами, будут помогать всем нуждающимся в уборке дворов от снега и дальше.